Всем привет, дорогие друзья, дай Бог доброго вечера. Сегодня будут ответы на вопросы подписчиков наших любимых. Давид Джан, привет. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие брат мой, друзья. Это ответы на вопросы, можешь повернуть камеру чуть-чуть. Как а нельзя, обычно. Я так поставил, у меня не поворачивается, может ты повернешь? Нет? Просто вопросы будут задать, мы вот так будем смотреть. Постараюсь как-нибудь. Хорошо, да. Вот так, да. А я уже, ну давай, хорошо, раз ты так. Да, нормально. да, нормально, да. Сойдет. Нормально, вроде. Приветствую всех. Привет, Анаид. Привет, отец Дареник. Привет всем, кого знаю, не знаю. Давид Джан, дорогие друзья, сегодня у нас будет, значит, ответы на ваши вопросы с диаконом Давидом Кищаном, который сейчас в Ереване у нас. Да. Да. Недавно у нас Хокум был в храме святого Анании, апостола. Я в сторис закинул, вы, наверное, видели. И сейчас мы приехали домой, решили также сделать прямой эфир совместный. Давид Джан, первый вопрос, который нам задали, как помочь человеку избавиться от гнева? Он не может справиться с гневом. С гневом? Да, этот человек задает как бы не для себя вопрос, да? Да, да. Такой вопрос, как помочь человеку, который часто гневает, чтобы он не гневался. Да, то есть со стороны помочь. Со стороны, да, помочь. Это задача не из легких, знаете, потому что тут самому себе помочь очень трудно, когда, допустим, гневаешься, да? Вот там еще помочь кому-то. Ну и с другой стороны, мы знаем, что нет безвыходных положений. Нужно поменять, я думаю, что сначала нужно поменять свое отношение к этому человеку. Потому что гнев, как и всякая страсть, она является духовной болезнью. Вот как, допустим, человек болен разными физическими болезнями, да, таким же образом он может быть болен духовно. Ему необходима некоторая особая помощь. Самые тяжелые больные, они очень часто не знают о том, что они больные. И когда человек немножко болен, он понимает, у него там насморк, допустим, или не знаю, какие-то проблемы, они видны. Очень самые сложные болезни, они очень часто скрываются, и поэтому их обнаружить сложно, и когда их не обнаруживаешь, поэтому не лечишь. Вот. Я думаю, что нужно помочь этому человеку сначала понять то, что он имеет действительно проблемы, и это в первую очередь вредит самому ему. Потому что когда человек гневается, он не только приносит вред ближним, да, что ближний каким-то образом ранится или какой-то вред получает, но он вредит самому себе, своей душе, своему телу, своей нервной системе. Это механизм саморазрушения. Нужно, я думаю, что каким-то образом помочь ему понять это. И со стороны всегда нужно молиться Господу, совершать особую молитвенную просьбу за него. Это будет в личных молитвах, когда христианин молится утром, вечером, да? Нужно просить Господа, чтобы Господь, который является сердцевидцем, смягчил сердце этого человека. Потому что сердце человека в руках Господа, и, конечно, Господь является врачом. Мы в Евангелии видим много разных случаев, когда Господь излечивает одним прикосновением больных, и таким же образом Он до сих пор жив и до сих пор излечивает нас духовно. Если человеку помочь приблизиться ко Христу, с одной стороны молиться за Него, с другой стороны такую атмосферу создать, чтобы Ему дать возможность встретиться с самим Христом в церкви путем Святой Евхаристии. Очень много случаев было, когда человек, который начинает жить духовной жизни, я имею в виду воцерковленной духовной жизни, участвовать в таинствах церкви, когда несколько раз
исповедовать свой гнев, свои грехи священнику личной исповедью. Очень помогает. Вот, приобщается тело и кровь Христа, которое есть само, наверное, источник доброты и милости. Вот, путем этого человек преображается. И с другой стороны, если он уже понял, что у него есть проблемы, и он должен бороться с гневом, нужно перенаправить этот гнев в правильное русло. Потому что все в человеке создано добро и благо, как говорится в Библии. Да? Пусть он гневается на свои злые помыслы, пусть он гневается на грех, пусть он гневается на собственные страсти, пусть он гневается на все то, что противится воле Божией и борется с этим, использует свой гнев во благо и спасение своей души. Отлично. Вопрос еще такой. Левон задает вопрос. Является ли целью брака деторождение? Ну, мы знаем, да, как бы, да, что люди там вступают в брак и так далее, то, что деторождение, естественно, такой способ продолжения рода и так далее. Но является ли это как бы главной целью? И для этого люди вступают в брак? Видимо, вопрос именно на этом я вот так более так упрощенно поподробнее задал. Прежде всего, нужно разделить понятие просто брака и христианского брака. О, они это имеют правильно. Различия, вы знаете, потому что брак или гражданский брак, он имеет какие-то свои значения, да, или, допустим, какие-то цели, вот. Ну, это и деторождение, продолжение, да, своего рода, вот, и разные какие-то социальные цели и так далее и тому подобное. Христианский брак имеет немного более высшие цели, и деторождение является главной целью христианского брака. Да, в иудейской среде, допустим, в Ветхом Завете было такое мышление, что человек, он становится бессмертным путем своего рода. Да? Когда в Ветхом Завете мы не видим большой веры в вечную жизнь на небесах, или, допустим, да, очень мало говорится о Царстве Небесном в будущем веке, да? Иудеев, конечно, были такие понятия, что человек становится бессмертным, живет вечно путем своих детей, внуков и так далее, поэтому целью брака было деторождение. Это видно из еврейского предания, из обряда их венчания. Если мы посмотрим на обряд венчания христианской церкви, мы видим, что целью христианского брака есть достижение любви. Главной целью человека, который вступает в брак, является путем достижения жертвенной, истинной, чистой, праведной любви во Христе Господе нашем. Из этого может быть деторождение, из этого могут быть очень-очень много благого и правильного, много благословений, но первоначальным является любовь. Вот. Потому что если бывает очень случай, что люди не могут иметь детей, да, они имеют некоторые заболевания и так далее, и что получается, если они христиане, не имеют детей, их брак не имеет никакого смысла. Нет, это не так, потому что деторождение является плодом человеческой любви, да, когда дерево растет, да, оно, естественно, давать ему плоды. Вот. И так и христианский брак, он живет для любви, ради любви, и в любви стремится достичь этой любви для того, чтобы образ и подобие Бога любви в человеке возобновилось. Каким это будет образом, очень сложно сказать. Вот. Когда человек уже гораздо меньше думает о своем собственном «я», думает о своем ближнем, потом думает о своих детях и так далее, все это помогает ему возрастать и совершенствоваться духовно, и достичь богоподобия путем достижения любви. Как интересно. То есть деторождение может быть, а может и не быть. Не это главная цель. Главная цель – любовь и достижение вечной жизни. Складывается такое впечатление, Давид Джан, что брак – это как своего рода один из способов
достижение вечной жизни. То есть есть монашество, да, у нас тоже такой способ, да, и есть брак. То есть брак – это то есть смысл жизни, цель жизни, вечной жизни, и брак этому помогает. Я правильно понимаю? Да, естественно, это очень-очень во многом помогает человеку достичь единения с Богом. Хотелось бы Понятно. поподробнее поговорить, я думаю, отдельный эфир можно Большая прямо тема, по этой теме делать, да. важен брак в развитии духов. Вопрос задают, есть ли такое понятие для Бога, как хорошие и плохие люди, или для Бога все одинаковые? Вот. Мы знаем, что мы по-разному смотрим на людей, и очень у нас такой сразу фейс-контроль, когда мы смотрим, люди добрые, злые, хорошие, плохие, и очень по-разному наше отношение к ним. Вот. Но в Евангелии сам Господь говорит, что Он ниспослает свои благословения, свой дождь на праведных и неправедных, на добрых и злых. Это все очень относительно. Все очень относительно. Скорее всего, дело в том, что не настолько Господь относится к человеку, а насколько человек относится к Богу. В этом весь вопрос. Господь ниспослает, да, как дождь, свое благословение. Кто-то может выйти, этот дождь в себя принять, благословение Божие, кто-то может скрыться от него. И поэтому, естественно, когда человек скрывается от любви Божией, он во многом имеет какой-то недостатки в себе. Эти недостатки формируют его духовное сознание. Через это он изменяется не к лучшему, к худшему, конечно. Он имеет какие-то псевдоценности и так далее. Вот. Но проблематика больше в человеке. Вот. В праведного человека говорит Священное Писание, что Господь благословляет всегда, очи Господни на праведниках, на боящихся Господа. Это даже очень часто в псалмах, в Ветхом Завете мы видим, что Господь по-особому смотрит на праведников. Но это больше написано по-человечески. Не так, чтобы Господь делает какие-то различия, что ты хороший, вот тебе много благословений, ты плохой. Господь благословляет, дает свое благословение, открывает дверь своего милосердия, своей любви. Но человек, который не имеет ключа к этой двери, который человек не имеет в себе места для Бога, он лишается благословения, и поэтому отношения человека и Бога меняются. С принимающим и живущим по Слову Божьему человеку у Господа отношения очень близкие, они живут в общении. У человека, отвергающего Бога, очень плохие отношения, поэтому можем говорить не то, как Бог относится, у него есть хорошие или плохие, можем говорить о том, что существуют отношения между Богом и человеком, хорошие и плохие, и здесь проблема в человеке. Поэтому Господь всех равно любит. Нам этого трудно понять, что Господь равным образом любит и Пресвятую Богородицу, и, допустим, предателя Иуду, и каких-то там самых плохих людей. Но это любовь. Любовь не имеет никаких человеческих рамок. Она просто-напросто... Единственное, что может быть границей любви, это воля человека. Вот так. Поэтому мы лишь сами себя лишаем хороших отношений с Богом, поэтому через призму человечества есть хорошие и плохие люди. Не то чтобы хорошие и плохие люди, а хорошие и плохие отношения между Богом и человеком. Вот так вот. Понял, Давид, спасибо. Микаэл спрашивает, насколько распространена практика личной исповеди в армянской церкви? Все зависит, конечно, от прихода и священников, потому что раньше, до советских времен, до вот, Советского Союза, очень была распространена эта практика. И, в принципе, эта практика общей исповеди была как бы частью обряда, или, допустим, когда монахи исповедовались несколько раз в день, это просто читали все грехи для того, чтобы он вспомнил,
что там эти грехи, осуждил свою память, потом уже беседовал со своим духовником, исповедовал свою помыслу. В советское время у нас произошли многие изменения, вот, авторитет церкви во многом упал. Люди не доверяли церковникам. Некоторые даже, может, церковнослужители взаимодействовали, допустим, с советскими властями, с КГБ и так далее. Вот. И поэтому большой такой, большая проблема была в личной исповеди. Вот. И так как это предание, да, это обрядовое предание, которое должно было от духовного отца к духовному сыну передаваться, эта цепочка во многом прервалась в советское время и не полностью восстановилась сейчас. Есть много очень хороших духовников, которые имеют много духовных чад. Вот. Есть люди, которые вот в приходе даже не имеют каких-то таких личной исповеди. Но я думаю, каждый человек, который захочет лично исповедоваться, он всегда может подойти к священнику, всегда исповедовать с вами. То есть это всегда принято. Дело в том, что это как духовная культура не во всех армянах. Им очень трудно настроиться на исповедь, потому что не получают духовного воспитания с детства. Да, если ему детство, он поймет, что, допустим, в 12 или 14 лет пойдет к батюшке на исповедь, расскажет о своих проступках, поймет, насколько это хорошо. Вот, потихоньку эта практика приживется, конечно, человеку. Если он не имеет этого воспитания, понятия, вот, гораздо сложнее это нужно организовывать в приходах. Вот. Но обязательной личной исповеди для причащения святых таинств в армянской церкви такого правила нет. Да? Допустим, в русской церкви очень часто бывает, что если ты лично перед причастием не исповедовался священнику, ты не имеешь права причащаться. В основном так принято. У нас не так, потому что мы принимаем участие в общей исповеди каждый раз перед таинством причастия, но само причастие, оно уже в оставлении грехов. А мы, то есть, мы не имеем... сказать, что такое только в русской церкви, да, например, в греческой, там, вот, византийской. Ну, в католической церкви тоже так, что у них обязательно как-то личная исповедь. И очень часто эта личная исповедь, она теряет свои свойства, потому что человек не может, допустим, каждую неделю очень от всего сердца исповедоваться, но не успевает эту неделю нормально нагрешить, чтобы так нормально исповедоваться. Потому такое что... чувство, что говорят, обязательно грешите, чтобы было что на исповеди сказать, да? Да. Отец Александр Шмеман очень хорошо об этом писал, можете прочитать. Да. Поэтому, да, есть... У нас довольно свободно в этом отношении, но советуется каждому человеку, который не, хотя бы несколько лет уже воцерковлен, 3, 4, 5 лет уже после этого очень хорошо иметь духовника, потому что бывают такие случаи в жизни, когда очень сложно преодолеть этот грех для того, чтобы не свернуть с пути, не сломаться. Очень-очень советуется иметь духовного наставника. Тут как раз вопрос задает Дарья, как быть, если нет духовника, но человеку очень нужно исповедоваться впервые, и он уже впал в отчаяние, что не сможет успеть исповедоваться. Вот. Ну, впадать в отчаяние не нужно, потому что мы еще, конец света еще не наступил, и пока еще есть у нас время подготовить себя. Нужно молиться Господу, просить Господа, чтобы Он дал истинного духовного наставника. Нужно беседовать с священниками, вот, посмотреть, то, в каком священнике ты видишь человека, которому ты можешь полностью довериться, который может видеть глубину твоей души. Не просто, чтобы ты пошел там, не знаю, батюшке под фартушек сказал, что нужно, он тебя отпустил. Да, нет, чтобы было действительное духовное врачевание. Но есть типы людей, которые какую-то симпатию, да, друг другу испытывают. Посмотрел, что этому человеку гораздо мне приятнее или даже мне гораздо лучше исповедоваться. Вот. Нужно выбрать и уже разговаривать с ним, просить, чтобы он был духовником и вот, исповедоваться. Никаких проблем нет.
Есть ли в церкви чин развенчания? Вот. Такого чина в армянской апостольской церкви нет и не было. Чин венчания он происходит однажды для вечной жизни. Вот. И мы не развенчиваем. И не, мы не видим смысла в развенчивании. Мы даем свое благословение на уже совершившийся союз двух людей. Да, говорит, что то, что Бог соединил, человек да, не различает. То есть Господь соединяет людей, вот, и церковь благословляет это соединение. Но если они это благословение не использовали, то что какой смысл в этом развенчивании? Что они будут делать? Будут обратно забирать эту благодать или что они будут делать? Я не знаю. То есть это не вписывается как-то в логику церковных таинств. В католической церкви немножко этот вопрос по-другому рассматривают. Они решили, что они просто-напросто не развенчивают, а признают недействительным прошлый брак, да? То есть просто-напросто, ну, как немножко юридически какие-то такое понимание брака, когда человек, допустим, был в связи, они признают недействительным прошлый брак и венчают заново. Мы такой практики не имеем. Но второй брак вроде и существует, да? Такой да, второй брак существует, даже в нашем требнике есть такой обряд, называется «Ефёрдптак» и второго брака, поэтому почему бы и нет. А в каких ситуациях это допускается, второй брак? Ну, что, но это не развенчание, я так понял, как бы то, что люди просят, обычно спрашивают, да, можно ли развенчаться, развенчаться. Я так понял, они как бы в глубине там, подсознания там, спрашивают, а можно ли благословение на свой второй брак? Ну, это другое дело. Можно, если есть самые причины расторжения первого брака, это может быть супружеская измена, может быть, допустим, наркомания, пьянство, избиение, еретичество, изменение веры, вероотступничество. Многие есть такие причины, которые вот, очень весомые, и можно, конечно, давать благословение на следующий брак, чтобы люди не искушались, не жили, допустим, в каких-то, особенно если они еще молодые, каких-то блудных рожений не было, пусть венчаются, благословляются, но это бывает при благословении уже священника, чтобы он должен понять, в чем вопрос, и дать благословение. Без развенчивания, да? То есть, как бы, такой же вопрос, что можно человеку распричаститься, да? То есть, причастился, благословение получил, да, он не может распричаститься, правильно? Он может еще распричаститься для того, чтобы еще получить благословение для спасения души. Ну, нечто подобное происходит в таинстве бракосочетания. Понял. Вопрос такой, тоже про семью. Если муж не хочет работать и содержать семью, можно ли разводиться? Очень серьезный вопрос. Очень серьезный. Конечно, мы не можем вам конкретного ответа дать, что да или нет. Нужно знать причину. Может, он болен. Да, если человек болен, он не может работать. Может, нужно исследовать вопрос, но это не является какой-то весомой причиной для развода. Нужно все сделать для того, чтобы этот человек понял ответственность. Чем отличается, допустим, мужчина? Одним из самых главных качеств мужчины является ответственность. То, что он берет на себя ответственность за содержание своей семьи. Вот. И нужно каким-то образом пробудить эту ответственность, чтобы он понял. Очень часто женщины берут на себя очень много ноши, и мужчина от этого становится лентяем. То есть женщина так от сердца, от души хочет, чтобы все было хорошо, все делает, и домашнюю работу, и денег зарабатывает, и так, и так. И так мужчина потихоньку, очень быстро становится вот водителем дивана. И так вот со своим диваном, с пультом, он становится таким частично инвалидом, да? В этом, конечно, есть и вина женщины, которая вот, не дала возможности развиться этому мужчине. Поэтому нужно помогать друг другу развиваться.
Вот, и разбудить эту ответственность, почему не работает, в чем проблема. Может, он не может найти работу, может. Вот. Это невесомая причина, но если, конечно, вот там очень серьезно все, может, это вопрос каким-то образом нужно священнику или епископу об этом сказать, чтобы получить уже более весомое благословение. Отлично. Вопрос прямо вот у нас в эфире задали. Здравствуйте, если я не крещенная, но очень нуждаюсь в исповеди, что можно сделать? Креститься очень хочу, но не получается. Да. Само крещение человека, оно очень часто бывает связано и с исповедью. То есть, когда человек, он взрослый, он перед своим крещением очень часто исповедует свои грехи, вот, все, что он совершил, для духовного возрождения. Путем крещения он очищается полностью от всех своих грехов, которые он совершил в своей жизни, такой духовной бане. Если мы человеку не помогаем прийти к крещению, мы можем, допустим, какая проблема? Пусть он исповедуется человеку, допустим, полегчает, пусть он, не знаю, причащится. Но тем самым мы отгораждаем человека от крещения, поэтому нужно сначала стать христианином, да, то есть крещение является таинством становления христианина. Для того, чтобы участвовать в христианских таинствах. То есть мы не можем без входа, допустим, в гостиную сразу человека провести через весь дом. Да? То есть нужно вход пройти. Вход – это крещение, это никаких как особых сложностей в основном нет. Это все можно организовать. Если у человека есть действительно желание. Помните, как в Деянии апостола, да, когда евнух встретил апостола Филиппа, говорит, что ну, какие проблемы? Вот вода есть, вера есть, ничего не надо. Да. Если человек верует за Христа, хочет жить как христианин, он может, если он даже взрослый, он во многих случаях даже может быть всякого, не знаю, крестного отца, просто-напросто креститься и жить по-христиански, и исповедоваться, и причащаться. Тогда он поймет, что как хорошо, что он рано крестился, и эти все духовные дарования принесут ему великую радость. Отлично. Ну, я так понял, девочки просто дома какие-то там проблемы, или я так понял, да, дома не разрешают там креститься, что-то в этом роде, видимо, она поэтому задавала этот вопрос. Ну, кто знает, что да, может, если что-то личное, можете писать нам в личном письме, мы поймем, да, допустим. Да, да, дорогие друзья, если есть личный вопрос, можете лично писать письмо. Тут по поводу того, что мы сказали, по поводу исповеди и причастия в Русской Церкви, тут некоторые, так сказать, комментарии решили написать. Мир вам, в Русской Церкви личная исповедь постепенно отрывается от причащения. Это, кстати, полная правда. Все зависит от священника и прихожан. Некоторые духовники благословляют причащаться без исповеди. Это 100%, я это слышал, я очень много слышал об этом, и отец Алексей Уминский и очень известный протоиерей Андрей Ткачев об этом высказывали, что им это очень не нравится, что прямо там нужно ставить очереди, там выслушивать этих прихожан, да, которые исповедуются. Они хотят проповедовать, время, говорят, мы зря теряем. Да. Этот момент тоже есть. Да, ну, вообще в Русской Церкви сейчас, я так понимаю, много изменений происходит, я смотрю. Ну, нужна смелость священникам, чтобы вот все эти стереотипы как-то сломать и возрождиться во многих вопросах по духовному. Вопрос такой, как не тонуть в суете, а быть больше с Богом? Ну, вопрос очень важный, потому что суета, она каждый день ждет человека. Вот он просыпается, начинает свой день уже, суета ожидает его, говорит, что вот забудь все духовное и живи в суете. Поэтому нужно бороться с этим. Нужно бороться, и, конечно, есть методы памятования о Боге, да, потому что забвение Бога – это является грехом, вы знаете. Многие об этом не знают, но тот факт, что человек забывает о Боге, это уже греховно. И суета – именно то, что как бы кажется не греховным, но
оно человека ведет к очень таким опасным духовным состояниям, потому что нужно сначала человека привести в забвение, чтобы он забыл о страхе Божьем, потом он может совершить всякий грех. Поэтому нужно сначала победить эту суету. Вот для этого существуют разные методы чтения Слова Божьего, когда человек начинает свой день с молитвы, с чтения Священного Писания. Да, это может быть немного, но может, это может быть на протяжении всего дня, когда человек, допустим, раз в 3 часа, в 4, 2 часа он читает, может, пару глав из Библии или слушает, допустим, он в транспорте, не слушает какие-то басни там или сплетни, он в наушниках слушает Священное Писание или проповедь. Нужно все методы использовать. Чтение псалмов, да, положить себе за правило всякое такое свободное время, когда есть какие-то паузы, когда есть возможность впасть в суету, есть опасность. Открыть псалты и просто читать. Может, сначала даже не будет такого духовного состояния, но пройдет несколько псалмов, и ты почувствуешь, что насколько уже побеждается эта суета. Поэтому метода очень много, нужно всегда. Просто нужно знать, что нужно бороться именно как со злейшим врагом, бороться с суетой, потому что если не бороться, суета делает сердце человека каменным. Оно закаляет сердце человека в этом мирском бесчувствии, и оно становится бесчувственным к божественным тайнам. Ну, я по секрету скажу нашим подписчикам, что когда мы с Давидом куда-то едем, там, или за Чмятином Ереван, или в Полонец, то он всегда там в наушниках, я смотрю, он там слушает что-то духовное, там, всегда под рукой. Вот, берите да, пример. Много-много всего, что можно слушать. Слава Богу. Вспомнил, как Григорий Богослов говорит, что о Боге надо вспоминать чаще, да, чем дышишь. Да, вообще. Да. Тут следующий вопрос. Если человек выздоровел, то режут петуха, варят, делят мясо на части и раздают. Это языческое или нет? Ну так подробно вот, прямо описал человек. Вопрос о матаре. Это, конечно, не обязательно, очень старые обычаи. В язычестве были жертвоприношения, вот, которые... Конечно, с приходом христианства пришли в забвение. В христианстве этот сам вид жертвоприношения, он стал благотворительностью. Когда люди вот закалывают какое-то животное или что-то другое и раздают другим, ну, как было агапы, да, такие трапезы любви в ранней церкви. То, что имел, приносил, или все люди питались от этого стола после литургии, вот, благословляя Бога. И таким образом, когда человеку что-то хорошее происходит, не знаю, ребенок рождается, он спасает от какой-то погибели, какое-то есть чувство возблагодарить Бога, а сам Господь говорит, что если вы дали это одному из малых всех, помните Евангелие от Матфея, когда он... Да. Если вы накормили одного из малых всех, то вы мне дали, если вы эту пищу дали неимущему, вы дали Христу. Таким образом, через неимущих или через бедных мы имеем возможность вот, непосредственно возблагодарить Господа даже таким физическим, не знаю, материальным путем. Мы должны, конечно, славословить. Самая большая жертва – это славословие Бога от всего сердца, но также как плод этого славословия может быть вот и такое, не знаю, там, петуха или курицу, или, не знаю, ягненка, ну что угодно. Я большой разницы не может, человек пойдет продуктов купит в магазине, раздает неимущей семье или лекарства. Ну, разные методы просто. В старину-то люди проще жили, да, не шли в супермаркет, там, не знаю, скупляться. Ну, думал, петух был, зарезали там, не знаю, раздали там. Все проще было, поэтому это передалось из поколения в поколение. Очень часто стало каким-то ритуалом. Вот люди непонятно что делают, несут этого, не знаю, барашка в церковь, там эту кровь выливают у порога церкви, там косяк церкви мажут кровью. Как-то, не знаю, какие-то даже не языческие, какие-то непонятные
каких-то новых ритуалов, которые, скорее всего, вот в советское время пришли к нам, когда люди не знали, как что делать. Каждому, что пришло в голову, так и делали. И это стало какой-то обрядовой частью нашего народа, что очень несообразно с нашей христианской верой. Поэтому можете, как хотите, каким образом хотите, через нищих, через всяких нуждающихся, вот, благодарить Бога. Это очень хорошо. Здорово. Тут наш брат во Христе Левон спрашивает. Напомните, пожалуйста, в каком своем послании апостол Павел писал о жизни после смерти? Ну, наверное, легче сказать, в каком послании он об этом не писал. Но я помню, это 15 глава первого послания к Коринфянам. Да, воскресенье. Послание к Фессалоникийцам, первое послание, второе послание. Ну, очень много таких апокалиптических или всяких моментов в посланиях у апостола Павла, когда он говорит и о скором пришествии Христа, и о вечной жизни, особенно, допустим, о воскресении мертвых, когда уже послание к Коринфянам уже сказали, да? Поэтому первое послание Фессалоникийцев, 4 глава, второе послание Фессалоникийцев, по-другому немножко говорит, Коринфянам, и практически все послания говорят о вечности. Так или иначе. Следующий вопрос. Ванес, наш брат во Христе, спрашивает. Раз пошла тема, скиньте, пожалуйста, ссылки или где можно взять в аудио вариантах Библию, толкование, проповеди и так далее. Ну, мы как раз хотели это сделать. Нам нужен человек, который как бы разбирается в этом. Айтишник, да, таких называют. Да. Ну, готовый вроде есть, да, тоже, Давид? Ну, мы хотим создать приложение мобильное. Ну, сайт тоже почти готов. Больше у нас желание создать мобильное приложение, которое поможет людям чаще вот в разных ситуациях жизни черпать знания Слова Божьего. Вот. На армянском, на русских языках разные. Библии, толкования. Да. На трех, на четырех языках. Пока что это только в проекте, если у кого-то будет возможности помочь в этом вопросе, либо финансово, либо самой работой, допустим, да, составлением предложений, то это во славу Божию очень будет хорошо, поэтому обращайтесь. А ссылки, конечно, но если будет время, можно отдельно скинуть, конечно. Почему? Да, напишите по поводу ссылок, я у Давида их заберу, сколько знаю, я тоже вам скину, и пожалуйста. Вот. Вопрос следующий. Кристина Погосян спрашивает. Самое важное различие между армянской церковью и русской церковью? Самое важное различие, что у нас нету евхаристического общения, ну, официального. Это трагедия, я бы сказал. Да. То есть официальным образом армяне не причащаются в русских церквях, русские не причащаются в армянских церквях, потому что армянская церковь не приняла Халкидонский собор, который считается вот святым собором в русской, греческих церквях и других остальных. Ну и остальные соборы мы не принимали участие, не принимали их, и поэтому были очень много различий, споров. Но самый большой вопрос был в соединении двух природ Христа. Армянская церковь исповедует единую природу из двух. Русская церковь как тоже исповедует две природы, но в одной. Ну, если так говорить простым языком, мы говорим, в принципе, о том же самом, просто разными богословскими языками, поэтому сейчас друг друга не понимаем. Но самая большая проблема вот именно в евхаристическом общении. Если наши лидеры наших церквей смогут этот вопрос решить, то решатся все остальные проблемы. Тут как раз вот такой момент, задают вопрос прямо отцы. Расскажите, пожалуйста, об отношении к халкидонскому догмату в богословии современной армянской церкви, отношение к северу антиохийскому и Кириллу Александрийскому. К северу антиохийскому и Кириллу Александрийскому. Отношения, конечно, разные. Отношение к святому Кириллу Александрийскому очень положительное. Мы
основываем свою христологию на учении святого Кирилла, который говорил, что единая природа Бога Слова воплощенного это является основой армянской христологии. Учение Севера, которое говорил о нетленности тела Христа, мы не принимаем, в отличие от Ассирийской церкви и других церквей, мы не принимаем учение Севера Антиохийского, мы не принимаем Халкидонского собора, вот. Хотя, в принципе, не имеем таких больших очень христологических разногласий, но мы не принимаем этого собора, вот, по разным причинам. Поэтому вот, наше богословие основывается на Александрийской школе, которая и в Иерусалиме, и в Александрии лидирующим была в то время. Нужно заметить, Давид, мне кажется, в этой ситуации, что несмотря на то, что мы с севера не принимаем, да, антиохийского, но мы причащаемся и причащаем тех верующих, которые, ну, так сказать, состоят в церкви, которые, церкви которых принимают север. Например, копты, да, сирийцы, они же все... Сирийцы, да, это... Они же принимают севера как святого, да? Святой, он для них святой, мы его вот анафемамствуем, но все-таки у нас есть евхаристическое общение, что... То есть вопрос решается, знаете, так нормально. Можно было и там так решить вопрос. Иванес спрашивает, разве Христос нетленным вознесся? Ну, природа Христа, конечно, была нетленным и во время Вознесения. И мы исповедуем то, что когда Божество соединилось с человечеством еще в утробе Пресвятой Богородицы, природа Христа, она уже стала нетленной природой. Да? То есть он взял тленное человечество и путем своего божества сделал нетленным. И поэтому, когда во время Вознесения, конечно, она была нетленной. Это постановление в 723 году. Монастырский собор, да, 726. Я так понимаю, нетление – это как бы вот... Можешь расшифровать, чтобы было более понятно нашим подписчикам? Тленность. Мы знаете, что тело человека после грехопадения оно подвластно тлению, да, оно гниет. Оно, допустим, имеет особенность, да, очень, оно имеет некоторую испорченность, которая по учению церкви является посредством грехопадения первых людей. Вот так как Христос не имел в себе греха, он не мог быть тленным, да? То есть его тело было полностью человеческим, то есть он был 100% человеком, 100% Богом, вот. Но его человечество было очищено путем божества, поэтому вот, он не тлел. Ну, тление, я так понял, это результат и следствие греха. Да, то есть в этом плане нетленность, да, а так у него человеческое тело было, да, то есть тут спрашивают вопрос, там у него человеческое тело было или нет. Конечно, 100% человечества. 100% было, все. Вопрос такой, родной человек собирается стать свидетелем Иеговы, как помочь ему и удержать? Как это он, интересно, собирается? Очень даже... по особенным собираться. Вот. Нужно говорить с этим человеком. Нужно, если есть человек, который разбирается в психологии, нужно, можно с ним проконсультироваться. Нужно прилагать усилия, потому что у них есть какие-то, у этих сектантов есть такие разные методы влияния на сознание и подсознание человека. Вот. Они ставят его в логический тупик. Вот, либо ты в Иегову веруешь и приходишь к нам, либо ты идешь в ад, и человек в этом страхе сразу подумает, что нет, я не хочу идти в ад, я хочу быть свидетелем Иеговы, и поэтому нужно человеку помочь выйти из этого логического тупика, говоря о том, что Слово Божие не только об этом говорит, но Слово Божие нужно читать полностью. Они дают разные отрывки, вот, из этого Слова Божьего, и путем этого человека ставит трудное положение, и он начинает думать о
том, чтобы стать свидетелем Иеговы. Этому человеку можно помочь разными такими видеороликами, да, сказать, вот смотри, ну, конечно, хочешь стать свободен человек, можешь стать и мормоном, и, не знаю, Кришной, там, кем хочешь, но давай вместе сядем, посмотрим, что они себя представляют. И на русском, и на английском языках есть очень прекрасные видео, которые показывают историю этой секты, все эти очень сложные проблематические вопросы, все их пробелы, всех эту сектантскую ересь. И я думаю, человек, когда посмотрит это все, он не захочет стать сектантом. Вопрос такой. Иисус – это Иегова? То связь плохая. Вы слышите меня, да? Слышно, Давид, вопрос такой, спрашиваю. Иисус – это Иегова? Иегова – это даже имя, или даже не то, чтобы имя, то состояние или то признак. Признак. Хотел перевести с армянского. Признак, говоря о том, что человек не может обладать именем, да, Бога. Когда он говорит Моисею, что кто-то есть, говорит, я тот, который есть, или тот, который буду. Вот. И Иегова, сущим, да, переведем. Ну, можно сказать, сущим. Очень по-разному. В разных переводах Библии очень по-разному. Допустим, в германском переводе там совсем по-разному. Это уже другой вопрос. Вот. И в этом, если смотреть, что это не имя, лично имя нарицателя, можно сказать, что да, Иисус является Яхве, Иегова или Яхве, да, то есть сущим Богом, потому что, допустим, пророчество Исаии, да, в 43 главе говорит, что только Яхве является Спасителем, а в Новом Завете говорит, что нет другого Спасителя на земле, нет имени, которым можно спастись, кроме имени Иисуса Христа. Вот, если бы Христос не был бы сущим, то Священное Писание, оно бы таким образом было противоречиво, так как нету другого Спасителя, кроме Яхве, и так как нету другого имени под небом, которым можно спастись, кроме Иисуса Христа, из этого можем мы понять, что Иисус, да, является Яхве, является или Иегова. Но Иегова — это неправильное произношение имени Бога, которое ошибочно говорят, вот. Но не как личное имя, да, как имя нарицательное. Вопрос. Возможно ли в армянской церкви использование на богослужение русского языка? Вот. Знаете, что в тех церквях, которые на территории России находятся, или, допустим, в русскоязычной среде, есть некоторые моменты богослужения, которые могут переводиться. Допустим, когда мы перечень грехов, да, исповедь на армянском, на русских языках, или некоторые молитвы, если люди не понимают, если весь приход не понимает армянский, древнеармянский, то, конечно, священник может некоторые моменты литургии переводить на русский. Вот каким образом это получится, я не знаю. Мы в Крыму, помню, так переводили, допустим, некоторые. У нас были моменты, да. Проповедь может быть на русском языке, да, и на русском, и на армянском. Ну, дело в том, чтобы люди поняли. Главное, не то, чтобы приняли участие, просто постояли, послушали, как там поют наши прекрасные песни. Но чтобы люди поняли смысл и другие, и были участниками этого всего. Вопрос. Когда у усопшего день рождения, нужны ли какие-то специальные молитвы? Ну, очень хорошо поминовать этого усопшего, то есть можно в церкви попросить, чтобы за него помолились, да? Допустим, заранее сказать, допустим, чтобы в эту неделю во время литургии совершили панихиду, да? Хокихангист. Может, это будет не прямо в день рождения, но в эту неделю. Можно пойти в церковь, помолиться о нем, поставить свечи, попросить Господа, чтобы он дал ему небесное царство. Это очень благочестивый обычай, который помогает и нам быть, конечно,
в трезвении духовно, зная то, что мы тоже, придет время, что кто-нибудь из-за нас будет молиться таким же образом. И, конечно, поможет тому человеку, который находится в вечности, ожидает нашей помощи. День рождения, вот день смерти особенно. Давид Джан, вопрос такой задают. Как поверить в то, что Бог верит в меня? Да. Нужно читать Священное Писание почаще, потому что очень много таких моментов, когда видно, что Господь доверяет человека, верит человека даже больше, чем человек этого заслуживает. И в практике духовной жизни это становится более явным, когда ты начинаешь практиковать, да, то есть с теории переходишь на практику, и там уже видишь, чувствуешь всем своим нутром то, что Господь тебе верит, тебя доверяет больше даже, чем ты можешь это представить себе. Это очень естественно. Нужна духовная практика. Без практики, только теории, очень сложно себе как-то настроить на то, что Господь тебе доверяет. Общайтесь с Богом и видите, насколько Он вас любит, Он доверяет. Да, теоретически очень просто. Бог есть любовь, Бог любит нас. Любовь без доверия невозможна, поэтому где есть любовь, есть и доверие. Очень просто. Но чтобы это действительно понять своим сердцем, нужно это попробовать в своей жизни, в своей духовной практике. Другой вопрос. У людей есть ангелы-хранители? Ну, конечно, у людей есть ангелы-хранители. Но церковное предание об этом говорит. Само Священное Писание об этом говорит, Ветхого и Нового Завета. Там Господь Иисус Христос там говорит, что не обижайте малых. А кто пренебрегает или обижает одного из малых сих, вот, то ангелы его в каждый день видят от лица Отца Небесного. Да, Евангелие от Матфея об этом говорится. Да. Церковное предание это подчеркивает, еще раз подтверждает. Люди часто видели это. И, конечно, есть ангелология даже, такое направление богословия, которое говорит о том, что... Другой вопрос в том, что один или два ангела, то есть есть расхождение. Некоторые говорят, что один ангел при рождении человек получает, другой еще при крещении. Поэтому день крещения часто называют днем ангела и так далее. Вот. Но об этом нету в Священном Писании никаких таких основ. Это является часть предания, которое можем принимать или не очень принимать. Вот. Это такое не догматическое, по-моему, учение церкви. Но есть такое предание, что человек даже имеет целых два ангела. Так. Я предполагаю, сейчас будет последний вопрос. Какие книги посоветуете читать? Ну, вопрос о духовных книгах или вообще, да? Да-да-да, о духовных книгах, скорее всего. Духовная литература очень-очень обширное, нужно знать, на каком этапе духовном жизни вы находитесь. То есть начальная, да, стадия, которой нужно читать основы духовной жизни. Вот. Есть стадия, когда у человека долгое время в церкви, ему нужно обновлять свой ум, можно даже более сложные богословские книги. Ну, всегда нужно читать Священное Писание Ветхого и Нового Завета, читать толкование святых отцов Иоанна Златоуста. Вот на всех стадиях духовной жизни очень хорошо читать Иоанна Златоуста, Василия Великого. Вот. От армянских отцов Нерсеса Шнура или Григория Нарикатима можно вообще его книги сделать настольными книгами. Очень много и современных авторов. И кто не читал, допустим, Саака Машаляна, Ерьку Ухтаву, да, два. На русском языке, я не знаю, есть или нет, а на английском есть. Нет, на русском нет. Да, можно перевести даже, если есть, будут желающие. Вот. «Два паломника» — такая прекрасная книга есть, художественная, духовная. Вот. И если говорить о литературе художественной, очень хорошо читать Федора Михайловича Достоевского. Очень духовный писатель, который такие глубины показывает человеческой душе, такую духовность, которая очень даже полезна человеку и открывает ему духовный мир. Классика очень хорошо читать.
как армянский, так и русский. Поэтому главное читать, я вам скажу, что начните с Священного Писания, вот, и смотря на какой стадии духовной жизни вы находитесь, читайте, читайте, еще раз читайте. Понял. Спасибо, Давиджан, за эфир. Вопросы у меня закончились, тут на эфире тоже не задали. Ну, давай помолимся и закончим на этом. Добро. Орнял термер Иисус Христос, амин. Хайрмер ворьеркинес Иисус пивати анунка. Игесе аркавитюнку, егатин гамку, орпес еркинес веркли. Схац мир ханапазор дурмез Иисус. И втох мез партис мер, орпес и мер втохунк мер анспартапанац. И митан из мези порчусюн, а пыркиаз мези чарин. Зикой аркавитюн, евзорусюн, ев парк, авитянес амин. Пахванир мез Христос, аствас мер, корсур, патлаган, Хальчи Хаун Нерко Хаузян Меч. Пыркир Азатыр Еребасов Иван Нерев Тишнаминовиц. Аршанавор Дартру. Гохотян Паравор Люкес. Хорьев Суру Покоет Миасин. Айжин Гемиш Тавитян Сальтенец. Амин. Доброй ночи, храни Господь. В мире, в любви, в согласии, в стремлении к христианской благочестивой жизни. Аминь. Аминь. И тебя храни Господь, Давиджан, и дай Бог доброй ночи. С Богом. Всего доброго.